Давайте поаплодируем, это будет ознаменование того, что мы начинаем. Вот и подошел к концу очередной хоккейный сезон. И сегодня мы официально поставим точку в сезоне 2017-2018 годов. Для нашей молодежной хоккейной команды «Мамонты Югры» он был очень насыщен. Стоп! Стоп! Тут лишних слов не надо! Это та команда, что за цвета на флаге! Это те пацаны, что выше отстоять честь! В чьих руках клюшка, чтобы биться тут за герцог! На лед вышли герои, чтобы топтать врагов, врагов топтать, вы в лед готовы. Это наша команда, это мамонты, это канты мансист, мамонты Югры, ты Югры. Штабу и вам всем, пацаны, большое спасибо за сезон. Спасибо за те эмоции и за те яркие игры, которые вы нам показывали. Мы за вас всегда болели, будем болеть. Из тренера, как ветви ствола. Сейчас грянул, чемпион на пьедестале, а тренеру негромкая хвала. К нему подходят, руку жмут до хруста. А твой-то, твой, орел. Спортсменище, орел. А он в ответ кивает грустно, как будто потерял, не приобрел. Как будто помогал ему Всевышний, как будто не исполнилась мечта. И кажется обыденный, привычный, невиданная эта высота. Его питомец замер, вздыхаясь, сияние золоченого венца. Вновь тренеру теряя, чертыхаясь, вести по жизни нового венца. Вновь чувствовать, что молодость вернулся. Шептать неулыбчивым ртом. Ты выиграешь, только не волнуйся. И чувствовать, что под рукой облитол. Спасибо. Слова, эмоции, которые вы хотели бы сказать подопечным, болельщикам, всем нам. Да, можно много чего сказать, много охоты, много чего сказать. Но в первую очередь скажу спасибо болельщикам, которые с первых матчей за нас переживали. И правильно сказал наш капитан, они давали толчок, свежий воздух нашим пацанам, когда даже на фоне усталости они сжимали зубы и ложились под шайбу, ловили на себя все, делали все через «не могу». Спасибо вам, болельщики. Это же настоящий шестой игрок. Но сказать ребятам, да, великолепный сезон, можно так сказать его. Да, чего-то не получилось, что-то какая-то... Но это же здорово, с одной стороны, то, что есть к чему стремиться. И нужно это также через труд, через работу, через желание, через кровь и пот добиваться дальше. Как спросили в начале, что осталось самое главное, ну, за сезон, что оно?
получилось то, что я дорожу, я, скорее всего, отвечу одно слово – команда. Молодчики, спасибо за сезон. Ой, сезон, мне кажется, прошел очень хорошо, удачно. Мальчишки молодцы, старались, как могли. Только бы мне не заплакать. Не знаю, чего-то не хватило, но, может быть, просто опыта не хватило для плей-оффа. А так они, мне кажется, все сделали так, как надо. Ну, родители всегда меня поддерживали, звонили после каждой игры, говорили там, поздравляли с победами или поддерживали, когда мы проигрывали там. Ну а так звонили и родные, и братья, и сестры звонили. Ну а так. Спасибо, мам. До сезона. Спасибо. Мы одна команда.